Всем привет! Мы приехали сегодня прогуляться в парк, который называется Шишкин лес. Это лесопарковая зона с сосновым лесом. Новая локация находится на Новой Риге. Ехали 2 часа. Взяли еще Алисину подругу с собой. У нас Алиса сегодня ночевала у нее. Вот мы взяли их вместе прогуляться. Кьюкембе. Так, ну что, мы вошли в парк. Очень удобно, при входе сразу туалет бесплатный. Пока что мы проходим целый рябиновый сад. Вот здесь все в рябине. Вот такие дорожки здесь. Ели, сосны. Все зеленое, просто природный парк с чистым воздухом. Кафе Шишки-Мишки. Так, где мы? Вход центральный, вот парковка, вот мы здесь. Снова туалет, детская площадка. Сегодня народу будет мало, потому что сегодня прохладненько, плюс будний день. Вот огромная детская площадка. Так классно здесь. Так, наши уже на башне. Вот такие качели, лазилки. Собаки. Левретки. Снимайте куртки, и папе надо отдать. Места для отдыха родителей в тенечке. Есть под навесом. Мы здесь остановились. У нас с собой обед. Сейчас дети погуляют и будем кушать. Там он так же, как и в том парке. А, этот панда-парк, он платный. Площадка бесплатная. Вот этот качель мне нравится. И вид какой, да? Классно. Отличный парк для занятий спортом. Вот здесь вот идет дальше лыжная трасса. Пожалуйста, бег, велосипед. Короче, спортик. Мы пошли за грибами. Там поганки. Смотри, как красиво, да? Так, вот лягушки тут прыгают. О, побольше, смотри, какая жирненькая. Вот она. Шмяк, шмяк. А вот и сыроежки. Раз и два. Так, Андрюха, давай кепку, как в старые добрые времена. В красную книгу, штраф. Мы же не знаем, в красной книге он или нет. Дедушкин табак? Ну, может, это не дедушкин табак. Вот и пакетик из Макдака пригодился. Здесь сыроежки и маслята. Маленькие такие маслятки, только вот вылезают. Что там? Гриб вот такой лес. Гриб? Ну, да, посмотри, пожалуйста. А ты уже сняла? А это мы идем на детскую площадку на следующую. Да. Вот сцена. Там следующая площадка и лесопарк. И я иду. Я иду. Нет, это поганки. Я иду дальше собирать грибы. Меня в этом году никто никуда не повез. Я очень грущу по этому поводу. Муж не ходит за грибами, а все друзья уже сходили. Пойду похожу. Такая площадочка с песочком. Ну, прелесть, прелесть. Соснах. Домики. А, и вот опять полоса препятствий какая-то. А, это этот. Это на тросе съезжать, по-моему. Типа тарзанки. Зип-лайнер. Да.
и никого. Красота. Она мне будет всем, я буду ходить. Так, выходим на такую тропу. Мостик. Здесь у нас какой-то Иван-чай. В общем, трава. А мы идем так. Впереди спортплощадка большая, все из дерева. А еще дальше длинная тарзанка. О, какой чудесный парк. Вообще неповторимый просто. Единственный и неповторимый. А вот уже и осень крадется к нам. Это у нас осина. Перед нами коттеджи. Павловские сосны называется коттеджный поселок, представляете? И он как бы на территории парка, а как бы и нет. Ну, в общем-то, вот дом, а вот парк. Как же классно, да? Они здесь живут и гуляют. У меня был бы велосипед обязательно. Здесь и грибы можно собрать спокойно, да? Ха, не отходя от дома, не уезжая никуда. О, какая красота! Здесь освещение ночью, туалеты везде, возле каждой площадки. А, информация для желающих. Купить коттедж 116 миллионов. Сколько тут квадратов? 590. 590 квадратов. 116 миллионов всего-то навсего. Покупка номер раз. Куртка демисезонная, фирма Orbi. 3500 цена. Два кармана на молнии. Светоотражающие элементы. Капюшон затягивается. Надень-ка. Повернись-ка. Длинная, почти до колена. Немножко на вырост, но ничего страшного. Повернись задом. Окей, don't worry, it's okay. Парка, короче, вот такая. На Вайлдберрисе заказали. Готовимся к осени. Все, молодец, снимай. Пока-пока. Так, покупка номер два. Куртка демисезонная. На Алису покажись.
стеганая куртка а-ля рубашка. Без капюшона, сзади удлиненная, руки в карманы. Два кармана накладных спереди, два по бокам. На кнопочках. Классная курточка. Здесь у нее тоже надпись Orbi. В общем, фирма Orbi. Модно, стильно, молодежно. 3200. Чао, какао. Образ московский городской бомж. Тельняшка и пиджак. Спортивные штаны. Просто покажу примерить. Купила себе вот такой пиджак. Стоил вообще недорого. 2500. Хорошая плотная ткань. Такая костюмная. То есть не вот эти вот блестящие и скользкие. А такой. Более плотный пиджак. Прямой крой. Не приталенный. Сзади никаких разрезов. Здесь кармашки. Одна пуговица. Двойной лоскутный. Короче, двойной отворот, лацканы, как они называются. С джинсами, с юбкой. Понятно, со спортивными штанами нет. С брюками, с чем угодно, с платьем. Цвет серый, мой любимый мышиный цвет. Хороший пиджак. У меня нет пиджака. Был когда-то 100 лет назад. Теперь будет. Вот длина рукава, все хорошо. Здесь никаких пуговиц, ничего нет. Мне нравится. Все.